Чувак! Какая чистая хата! Че, давай дадим друг другу обещание, что будем следить за порядком. Да, ты в прошлый раз так говорил. Ну, камон, не один же я мусор. Из-за тебя у нас завелись крысы. Ха, так ты же их подкармливал. Ну, не убивать же. Да, не убивать. Лучше снять новую квартиру. Ты нам будешь спать? Нет, ты пёс. Слышь, блядь, батя твой пёс, а мать твоя, сука, последняя. Кусь, успокойся. Сорян, Юрик, перегнул. О, кроватка. Такая мягкая. Да, наконец-то у меня спина прекратит болеть. Подожди, чувак. Ты не будешь со мной спать? В смысле? Ну, в смысле? Я и так не понимаю, почему мы в одну квартиру переехали. Так, стоп. С чего ты взял, что я буду стоять? И вообще, это моя кровать, я ее первую видел. И что плохого в том, чтобы жить вместе? После тебя остается очень много волос в ванне. Ну, я хотя бы не лысее. Второе. Неудобно водить телочек. Мужик, мы не водим телочек. Да! И это приводит нас к третьему пункту. Подписчики считают нас пидорами. Ладно, знаешь, плевать. Спи на этой кровати. Так просто? Да, посплю на диване. Слушай, может, что-нибудь закажем? А я уже заказал. Правда? И что заказал? Цезарь. И хорошо. Маловато еды на двоих. Так, да, да. Так это еда для меня. А. Ладно, сам себе закажу. Да, здрасте. Будьте добры, пожалуйста, пиццу, бургер. Пиццу и бургер? Подождите, пожалуйста, секунду. Да, ничего. Просто ты вроде говорил, что за весом хочешь следить. Ну, говорил. А сейчас я хочу пиццу и бургер. И закажу себе пиццу и бургер. Будьте добры, пожалуйста, пиццу и бургер. И две бутылки кока-колы. Возьми мне диетическую. Сам себе возьми диетическую. Да. Оплата наличными? У тебя налик есть? Есть. Слушайте, а карточка точно никак не... Да дам я тебе налик. Да не надо уже! Да не вам я, вы везите еду. Сколько надо? 500. Всего 500 рублей? Всего 500 рублей, у меня скидка. Неудивительно, что ты так часто жрешь. Ох, ты невыносим. Тонну почти весит, а невыносим я. Я... Да пошел ты Чего надо? Доставка приехала. Доставка. Я оплатил. Весь день ебал мне мозги, взбесил меня, а в итоге сам и оплатил. Угу. Чтоб твоей толстой жопе поуютнее спалось на этой кровати. А, так дело в кровати. Дело только в кровати. Ну вот и как с тобой можно найти хоть какой-то компромисс? Спокойной ночи, Юрик. Спокойной ночи, Кузьма.